На тематической пресс-конференции «Достижения за 10 лет провинции Хайлунцзян», коммерческий департамент провинции Хайлунцзян, Харбинская таможня и Харбинский патрайгун Хайлунцзянской экспериментальной зоны свободной торговли Китая провели презентацию на тему «Неуклонное расширение открытости и создание нового окна открытости Китая на север». Опираясь на свои уникальные географические преимущества, Хайлунцзян неизменно стремится к всесторонней открытости внешнему миру, и влияние экономики открытого ДИБа по всей провинции постоянно расширяется. В последние 10 лет объемный международный рынок Хайлунцзяна непрестанно расширяется. Ее торговые партнеры располагаются по всей Азии, Европе, Африке, Северной Америке, Латинской Америке и Океане. Более 200 стран и регионов заражили торговые отношения с Хайлунцзяном. Внешняя торговля Хайлунцзяна достигла в общей сложности около 2 триллионов юаней. Дамбы строительства пропускного пункта Хайлунцзяна продолжают ускоряться. Были построены новые пропускные пункты, такие как Пакрам-переход Большой Уссурийский, железнодорожный пункт Тунцзян, шоссейный пункт Хэйхэ и пешеходный пункт Хэйхэ. В настоящее время Хайлунцзян обладает 27 пропускными пунктами первого класса, в том числе 19 пограничными пунктами пропуска, количество которых занимает второе место в Китае. Харбинская таможня сосредотачивается на упрощении таможенного оформления и принимает ряд практических мер для оптимизации процесса таможенного оформления. Повышение эффективности таможенного оформления и снижение затрат на таможенное оформление. Тировая среда пропускных пунктов Хайлунцзяна постоянно улучшается. Уровень оформления трансграничной торговли значительно усовершенствован. Таможенное оформление импортных и экспортных предприятий стало быстрее, эффективнее и дешевле. В 2012 году была утверждена Хайлунцзянская экспериментальная зона свободной торговли, которая стала наиболее привлекательной платформой открытости Китая на север. Экспериментальная зона свободной торговли обеспечивает около 1/5 фактического использования внешнего капитала и 1/8 импорта и экспорта внешней торговли страны. Поскольку Харбинский патрайгун был утвержден и постоянно выдвигает меры реформы инноваций для улучшения деловой среды, чтобы способствовать качественному развитию Хайлунцзяна.